slow down. Grab the wall. Baby, like you're trying to make your ass fall off. Slow down. Grab the wall. Baby, like you're trying to make your ass fall off. Всем привет, с вами Валерий Хаус и прохождение игры Resident Evil 2, кампанию за Леона Кеннеди. Так, продолжаем исследовать полицейский участок. Так. Поднимемся в библиотеку. Мы там не все закончили. Надо позабирать оставшиеся вещи. Что-то вроде вставки в форме шахматного слона. Так, особые травы, растущие в районе Ракун-Сити. Красная трава при смешивании дает усиленный эффект. Вот. Так. Ключ бубны, да, надо использовать. Ну, прямо туда сейчас и отправимся. Так, скинем вот это. Так. Идем к двери с бубнами. Да, у нас тут повылазили же зомбари. Thank you.
вроде бы разобрались. А вон еще одни. Все, чистили себе дорогу. Да ладно, здесь тоже. А, не получилось. Хотел добить его ножиком. Долбанная стена. Да, что-то я... Короче. Затупил, короче, я там малёха. Ого-го-го. Сколько вас тут? А зачем мне проверка? Сюда. Угу. Так, пленка. Пока пленка не проявлена, нельзя сказать, что на ней. Так, отлично. Замок сломан, и его не открыть. Блин, прям жалко тратить дробовик, блин. Ну, что делать?
Еще один ключик взяли. Имеет форму масти черви. Записка Леону. Леон С. Кеннеди. Поздравляем с переводом в отделение полиции Ракун-Сити. Мы рады вашему вступлению в наши ряды и надеемся на долгое плодотворное сотрудничество. Добро пожаловать на борт от всех сотрудников полиции Ракун-Сити. Так, ключик. Патроны, блин. Ладно, еще зайдем сюда. Так, ножик, наверное, сбросим. Так, сбегаем, наверное, проявим пленку, чтобы глаза не мозолило. И уже начнем. А, еще надо ключик использовать. Да. Раз поднимемся наверх, используем ключик. И начнем уже другое крыло исследовать. Пленка Б. Фронтальная фотография портного Арукаса превратился в зомби в течение 2 часов. Это произошло до момента, когда он утратил контроль над собой. Субъект неоднократно жаловался на серьезное воспаление эпидермиса, кроме того, на чувство тошноты. Фотография Р. Ламбарда. Ой, а, ну да, все правильно. Так.
Похоже на части для какого-то оружия. ВП-70М с небольшим прикладом. Патроны от H&K ВП-70М стреляют очередями по 3 патрона. Улучшили свой пистолет. У нас крутой пекаль. Блин, не туда пошел. Я так подумал, ставим изумруды, сходим. Один есть. Второй есть. Ставка король. Что-то вроде вставки в форме шахматного короля. Все, а вот теперь можно идти в другое крыло. Так. Ребята, вас тут много. Да нафига мне проверка?
Так, здесь мы были уже в начале игры. Пойдем дальше. Так, использую ключ бубна, больше не нужен. Трефы. Так, патрончики. Лизуном нас теперь не напугать. На полке ничего нет. Падла. Ух ты, еще живой. Трех патронов не хватило, засранцу. Ой, двух. Ладья. Что-то вроде вставки в форме шахматной ладьи. Так, сейф. 22-36. Карта полицейского участка. Так, ключ больше не нужен. А траву мы оставим пока. Так, его нельзя активировать, перерезан провод.
Позвонком Трефа. Для пистолета. Так, карта. Карта Б1, полицейский участок. Панель резервного питания. Энергию можно направить в районы с недостаточной энергией с помощью 5 выключателей. Использование всей мощности может вызвать перегрузку. Так, вверх. Вверх. Вниз. Вверх. И вниз. Напряжение нормальное. Устройство защитной карты включено. Оружие закрыто на электронный замок. Слева устройство считывания карт. Так, а что там у нас? Проверим. Комната вскрытия. Трефа. Ах ты, падла. Сыпануло все-таки. Крышка колодца открыта. Вниз ведет лестница. Так. Ну что, я на этом прощаюсь. Всех благодарю за просмотр. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Не забываем оставлять комментарии и отзывы под видео. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.